Что касается актеров, мне кажется, что российские актеры очень хорошие, талантливые, очень разные, конечно. Есть талантливые, есть менее талантливые. Это не то, чему мы должны все время радоваться, потому что есть куда расти, но и не то, чего нам нужно стыдиться. Просто актер сам по себе в вакууме не существует. Актеру нужен материал, актеру нужен режиссер, продюсер. И вот с этим у нас большие проблемы, и бывают прекрасные артисты. Я помню, когда умер Андрей Панин, стали считать, где же он сыграл. Прекрасный актер Андрей Панин. Где? В «Бригаде». Где его фильмы-то по-настоящему успешны? Стало понятно, что их там по пальцам одной руки можно сосчитать. Ужасно. Вот эти вещи ужасны. Ясно, что Сергей Безруков хороший актер. Но это, что называется, ясно теоретически. Или Константин Хабенский, прекрасный артист. У него сколько? Пару ролей каких-то по-настоящему достойных. И вот это все, конечно, очень грустно, потому что с актерами надо работать, персонажей надо придумывать. А с этим, особенно со сценариями в России, все обстоит не очень хорошо.